Привет всем! Вас рады видеть на нашем канале. Мы вышли гулять. Мы это детишки и наша собака Лада. Мы, честно говоря, вышли попасти козочек, но пришли за ними, а они куда-то ушли. Вот мы ходим и их ищем. Сейчас мы пришли на речку, но их здесь нет. Не захотела наша собака купаться. Миш, ты там козочек не видел? Вот такие цветы растут у бабы Томы. Да, Машуль? Да, цветы, петуньи. А вот это какие красивые цветы. Гортензия. Оливия. Ты прям вообще королева коз. Мы идем к яблоне. Там растут очень вкусные яблоки. Хочу угостить халвушу. Халва на спину. Оливушка, Миранда, Кемаль. У нас только нет Аннабелли и Жади. Они лежат в тенечке. Вот она, козья любовь. Чувак, Кемаль. Вот и пришли мы к яблоне, на которой в том году были вкусные яблоки. И ее кто-то спилил. Один и два. Вот так. Идем по тропинке за Кемалем. И оказываемся в саду. Здесь и вишенка растет. Ну, дебри из вишни. И яблочки. Да, вот такие яблочки, да? Классное место, здесь и тенечек. Кемаль, я вот не могу его снять, потому что когда я сажусь рядом, он прямо ко мне на руки прыгает. Кто это там едет? Я. Машенька. Я. Ой, привет. А у этих девчонок такие опасные рога. Они настолько острые и растут прямо. Если я еще думала, буду ли я их убирать или нет, то сейчас я точно уверена, что однозначно я их буду убирать. Рога козочкам убирают резинками от года. Когда козочке исполняется год. И это очень болезненный процесс. Очень. Вот Кемалю прижигали рожки. Но прижгли как-то неровно, что у него растет вот один рожек. А еще я начиталась, вычитала такую информацию, что козлам резинками рога не убирают. Вот почему. Почему я так и не нашла эту информацию. Если Миранда спокойная коза, то Оливия, она бодается. Уже сейчас начинает бодать и даже... Ой, опасно как-то это все. Мам! Мам! Халва, халва. Мы уходим. Кемаль. Кемаль, Кемаль.
А? Где? Дай им поесть. У них вот больше. А кто хочет такого? Кто хочет Вот, пожалуйста, она снова начала донимать меня и моих коров. Вот что с ней делать? Вот что? Зашла сюда, опять все переломала, перешвыряла. Вот такой вот сыр камамбер я сделала, сыр с белой плесенью. Я сейчас буду его упаковывать пергамент, и он будет дозревать еще неделю. Вот так он оброс плесенью. Ой, это у нас корове, это у нас нитки нашей телочки, козочки уже кушают вовсю. И вот это я нарезала, понесем сейчас курочкам и петушкам. Вот так вот. Была кукуруза, Маш. Вечера сегодня в ударе. Почти полная. Вот мы и вышли на вечернюю прогулку. Аннабель у нас после дойки. Время было 8. Мы хотим сейчас сходить на поле, посмотреть, где Коля косит у нас сено. Вот такая елочка-милашка. И вот такая большая сосна. Пушистая, классная. Лада у нас устала, прилегла. Отдохнуть. Совсем скоро нужно будет заготавливать веники на зиму козам. Уже нужно было это делать после 13 июня. Я опоздала на месяц. А вы заготовили козочкам своим веники? Оливия? Оливушка? Ну, у нас очень много вот таких вот деревьев, прям полно. И я думаю, я недели за две заготовлю веников, ну хотя бы 200 надо. Вот мы тут даже и тернослив нашли. Или какой-то сорт. Нет, скорее всего, это тернослив. Вот такая паутина. И как ее только сплели. Смотрите. От этого дерева и вот до этого. Вот по таким кустам нужно гулять с козами. Да, тут даже кемальчик ест. Жадя рождена 24 июня и вовсю уже ест и ветки, и зеленушку. Она ест просто все. Она даже ест зерно.
пьет воду. Но ее мамка не учит, она у нас самоучка. У нас Аннабель какая-то мать-кукушка. Ну ты чё в колючках, Миранда? Будь здорова. Кемаль, иди кушай. Мы пришли к березке. Смотрите, я их уже покормила. Этот выпил 750 миллилитров. А эти полторашечку на двоих. И еще просят. Вот клен они больше любят. Клен и вяз. Кемаль, иди, кушай. Лада вас охраняет, сидит. Что-то у нее произошло. Что-то она заподозрила. Но мы, кстати, сейчас в таком месте, где ночуют косули. Они выходят из леса. Вот. И здесь у них лёжки. Ладочка. Ладно, козы под ноги лезут. Ну ты-то чего? Вот и пришли. Здесь у нас ров противопожарный. Я-то перепрыгну, а вот остальные... Опа! Слушайте, подождите! Оп! Вот жади свалился. Боже, я что-то не думала, что настолько все быстро произойдет. Ничего, она себя хорошо чувствует. Еще один. Давай. Оп! Прыгаем. Девчонки, прыгаем. Да, отважные у меня животные. В общем, ситуация следующая. Козы боятся есть, боятся любого шороха. Лада ловит слепней и мешает им есть, потому что они ее тоже боятся. Вы знаете, я, в общем-то, давно хотела купить туристический стульчик и брать его с собой, чтобы вот сесть где-нибудь и пасти своих козочек. Сейчас мне приходится сидеть вот с Ладой прямо на траве. Но все равно неплохо. Аннабель, ты пришла к нам? Лада будет слепней. То есть она постоянно скакивает и не дает козам есть. Не ходится им по траве, идем по асфальту. Так, я стою. Я стою, куда вы все идете. Вот стала только Оливия со мной. Лада увидела корову и хочет бежать к ней.